хотим тебя поздравить от всего портала Fashion Concert с днем рождения, пожелать тебе счастья, здоровья, любви, удачи, всего самого-самого прекрасного. Оставайся такой же красивой, очаровательной девушкой. Спасибо. Скажи, пожалуйста, какое желание ты загадала? Ну, я, конечно, хотела бы, чтобы у меня был четвертый или даже пятый ребенок, чтобы была большая семья. Мы желаем тебе того, чтобы это произошло у тебя. Спасибо. А какой самый неожиданный подарок был в твоей жизни? В моей, когда моя мама украсила мне мой белый Гелендваген. Потом я не могла оттереть краску с поздравлениями, не могла смотреть в боковые зеркала. Я каждую дорогу ехала и вспоминала мамино поздравление. Ничего себе! Да, у меня мама такая очень веселая женщина. Что близкие подарили тебе сегодня на день рождения? Поцелуев, очень много пожеланий. Дети подарили мне картину, которую сами рисовали. Это самое главное, наверное, для меня. А поклонники как удивили тебя? Ну, тоже присылали различные фотографии, слова, музыку. Но вот также мои друзья, близкие написали мне песню, которую я сегодня исполню. И какую именно песню исполнишь? А это загадка, секрет чуть позже, потом вам обязательно покажем. Хорошо, мы желаем тебе прекрасного вечера, еще раз тебя с днем рождения, всего самого-самого хорошего. Спасибо большое, спасибо. Анечка, пожелай, пожалуйста, Маше поздравления. Ой, я хочу пожелать с огромным удовольствием Маше, потому что я очень люблю ее, ценю ее дружбу с ней и наше с ней сотрудничество. Я хочу ей пожелать, Маш, тебе большого, огромного терпения, ведь у тебя в семье четверо мужчин. Я хочу, чтобы они тебя всегда окружали заботой, вниманием, чтобы не было каких-то моментов, из-за которых они тебя расстраивали, вот, чтобы они тебя носили на руках, потому что такая у нас хрупкая, воздушная, нежная, женственная. Я хочу тебе пожелать всегда оставаться жизнерадостной, позитивной, как ты, какая ты есть, и хочу, чтобы мы всегда собирались, как можно больше было друзей, знакомых, коллег, чтобы круг друзей расширялся с каждым годом. И, конечно же, самое главное, твори, рады нас своим творчеством. У Маши прекрасные платья, она потрясающий дизайнер, и я сама их люблю, сама ношу. И как можно больше новых платьев, Маша, и для меня в том числе. Машка очень яркая, она очень интересная. Она не сидит на месте, она постоянно хочет развиваться. И поэтому, если у Машки есть вокальные данные, а если даже нет, но есть все возможности сделать это, почему бы не осуществить эту мечту? Я считаю, что нужно всегда пытаться. Если зрителю это нужно, то это нужно, то пусть, конечно, это будет. Если популярности никакой от этого не приобретаешь и успехов от этого нет, то, конечно, лучше от этого отходить. Я могу сказать, что Машка очень боевая. Это реально так и есть. И что она за своих порвет. Вот это правда. Это про нее. И я знаю, что она такая. Вот и неоднократно это проявлялось. В любых ситуациях, какие бы ни случались, Маша всегда позвонит, поддержит. Всегда в различных ситуациях всегда проявит себя как настоящая подруга. Вот это действительно так и есть. И она очень такая переживательная. Она очень все воспринимает близко к сердцу. И что бы ни происходило, она все пропускает через себя. Вот это в ней есть. Но в наше время вообще очень большая редкость, особенно в шоу-бизнесе, да, встретить человека, который будет с душой. Понимаете, практически таких нет. Это я вот и недавно писала в своих постах. Я говорила о том, что у меня практически нет подруг в шоу-бизнесе, но Машку я не воспринимаю как подругу из шоу-бизнеса. Но, тем не менее, я могу сказать, что Маша добрый человек, искренний, и она никогда не переступит через тебя. Вот это мне есть. Наши дети дружат. Мы всегда приходим на детские праздники, что когда я отмечаю, что когда Маша, все супер. Мужья дружат, у нас мужья хорошо общаются. Маш, я тебя очень люблю, ты это прекрасно знаешь. Спасибо, что ты есть, спасибо, что такая добрая, искренняя девочка. 35 – это вообще ничего не значит. 35, Маша, или 30? Я шучу, дорогая. 30. Это вот, знаешь, как 18. Понимаешь, я по себе сижу, мне просто 35, поэтому я 35. Мань, я что-то это, гоню. 30. Это вообще, это самый только вот сок женский. Ну и в 35 тоже, запомни. Люблю тебя.
Thank you.